Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Что случилось? Они... Эй, подожди! Вон! Седой! Взять его! Хоть раз с ведьмаком дрался. Вот холера. Почему нет? Этот дом, он всегда такой живой. Построили ровный был, пока не поселились здесь. Это кто? Страху позовите. Из канала. Наимерзейшая падаль стянулась в Новиград. Чародейки, от чьей разнузданности шлюхам стыдно становится. Алхимики, что над заповедями божьими глумятся. А хуже всех ведьмаки, мутанты, чувств лишенные, алжущие крови, будто вампиры. Чего хотите-то? Даже сюда лезет ведьмак, глядь! Морда, как у трупа, глазища, как у зверя. Вот до чего может людей особачить магия. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Но при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глоб-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди! Слышь молитву! Сними с плавина!
Что тут у тебя? Риданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Чтоб меня! Ладгерн в моем заведении? Не может быть! Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хатори. Ха! Вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот грёбаный Ван Хорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, ё. Сколько же тебе тут мечей и непростых? Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака, а в Новиграде... Мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты помог мне в этом деле? Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу, в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Я так понимаю, это большая шишка в преступном мире? Да, а к тому же он в ссоре с тесаком, покровителем Ван Хорна. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент.
Но, может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Я тебя видел. Бабы мне не хватает. Приветствую. Это здесь? Привет, ведьмак. Немного дальше. Ты готов? Веди. Отлично. Сюда. Человека-короля нищих зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Его легко рассудить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Ты должен был прийти один, Эд. Это кто такой? Заботливый друг. Ах, да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Да ты рехнулся. Мы дадим вам 10%. Геральт, ты что? Тихо. С огнем играешь, деловой. Я вообще не должен с тобой торговаться. 40% – крайняя цена. Мы дадим вам 25. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35 – мое последнее слово. 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга! Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь. Ты должен был... Ах, да. Ну, попробуй. Да ты... Геральт! Тихо. С огнем игры. Мы дадим... 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга! Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет так нет, что поделаешь. Геральт, что ты... Погодите! Будь по-вашему. Умеешь ты торговаться, заботливый друг. Мы согласны на ваши 25 плюс скидки. Согласен. Приятно иметь с вами дело.
Ой, жесть, жесть. Чтоб тебя переклинило по пьяни. Это территория тесака, нищеброд. Зараза, это еще кто? Тесака. Быстро он узнал. Где? Что нам делать? Закрывайте ворота, быстро! Вдруг к ним подмога придет! Осторожно! Вдруг они и там тоже! За мной! Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Думаешь, люди тесака вернутся? Несколько говнюков тесака выжило. Так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно. Хоть на время. Спасибо тебе, жесть. Рано или поздно начальство договорится. И вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Сразу. Эй, подожди! Удачи! Хатори, подожди! Скидок нет, кредит не даю. Хатори!
Ты там? Отвори! Не в жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Миденвайрне! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. У тебя есть кто-нибудь конкретный на примете? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Осетре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь, мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так. Самый знаменитый бордель в Новиграде — это Пассифлора. Но есть ничего хромоножка. Эй, ты! Видел тут где-нибудь девочек? Тяжкие времена сейчас. Тоже хочешь подзаработать? Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Еще можно сдаться. Есть что сказать напоследок? Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Я не зять, один хрен. Сперва подлизывался. Привези меды со Скеллиги, оба разбогатеем. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие «нет, ты, друг, ты». Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я ищу охранника. Ты не интересуешься? А чего нет, если есть деньги?
Прям сейчас нет. А, значит, Барнер, я тебе, а ты мне. Который я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Взять мне денег тут. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? В общем, мне уже до мачты эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, ну и ладно. Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез сам с Келлига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Спятил. Спасайся, кто может! Привет. Салют. Как там дела, Геральт? Я избавился от груза. Правда? Золотой ты парень. Ну так что, кому из звездюлей-то ответить? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйлор Хаттори? Эльфишка-то? Он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что? Ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. У-у-у,
Это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Геральт, у меня все не было случая поблагодарить тебя за помощь. Мне такая выгода даже не снилась. У меня кое-что для тебя есть. Спасибо. А что с Сукрусом? Теперь у меня есть чем ему заплатить. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора — не грех. А что, та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч! Доспехи, требушеты, катапульты! Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представ... Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. Ага, и вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со сетром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Так стемнеет. Там и увидимся. Этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Ну и улыбка, как лопнувший шрам.
Просмотр денег стоит. Все деньги. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолёт, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Едить колотить, хватит вздор-то нести. Я ж его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолёт, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш! Уматывай отсюда, пока я добрый! Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Чего я ищу, тебя не касается. Но ты должен меня впустить. Будь свободен. Да ну, что ты? И где тут материалы? Наверное, не тот. Запаха нет. Кажется, здесь. Действительно воняет нашатырем. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Ты что, не знаешь, чья это склад, козлоёб? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сокрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло! Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё! Херач с нами грёбаных нордлингов! Давай, Геральт, вперёд! Бей их, Сукрус! Тирша! Прости, Сукрус, я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир... Эх, зятёк, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. А где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ванхорном? А свезем его на Скеллиге, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может, и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отнести. Это верно. Мне к нему тоже надо бы заглянуть.
От шторма еще уйти можно, а пирата со скрытия. Приветствую, Эйвор. Геральт, живой и здоровый. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Мой меч уже готов? Да. Смотри и восхищайся. Вот это всем мечам меч. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор. Это тебе спасибо. За все. Сделай для меня кое-что. Будь здоров. А много вы заплатили? Стоит ли с ребенком к этому дому пойти? Thank you.
все ее барахло давно уже тут перекопали. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража взялась за магов. Травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так по-твоему, их имущество можно грабить? Но маги и чародейки вне закона. Но их скарб – забота храмовой стражи. А Новиград – город законопослушный. Ты знаешь, что не так перечует мотылька за милю? На что ты намекаешь? Здесь я задаю вопросы, ведьмак. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать, но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает, и тебя отправят на дознание, как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Thank you.
Здесь решила стать целительницей? Такие щетки для волос использовала только Трис. От амулетов исходит мало. У Трис аллергия на эликсиры. Одежда Трис. Раньше она ее не разбирала. Роза памяти. Вся высохла. Мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи, вора! Как же было дело? Откладывай на завтра, купи сегодня! Найдется милостынька для убогого. Хромой? Да где там? Обеими ногами владею, а руки, что твоя мельница. О, как махаю, о, гляди, о! Я, видишь, умственно помешанный. Мне нужно добраться до места, которое называют гнилой рощей. Знаю, знаю, не скажу. Знаю, знаю, не скажу. Почему? Потому как нельзя мне говорить. Но я б тебе сказал. Если б ты такой настырный не был. Если хочешь, приходи в другой раз. Тогда и скажу, может. У тебя действительно с головой не в порядке. А я что говорил? А денежка какая-нибудь появится. О, опять ты. Поговорим, как в тот раз. Правда, у меня в голове помутилось, но во всем остальном я здоровёхонек. Как я уже сказал, я ищу гнилую рощу. И снова я тебе помогу. Роща там, вон. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила под свинков. Но если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка платила под свинков, а? Благодарю за помощь.
Дайте рану. Распогодилось. Открывай. А ты кто? И чего здесь хочешь? Да я просто город осматриваю. Интересно, что тут за воротами? Моему Шурину тоже было интересно. Так он уж пятый год как в земле гниет. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила подсвинков. О. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты.
тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господин. Красавица! Азрач! Благодарю, господин! Истинное чудо! Как тебя отблагодарить? Смотри, что я нашел, мама! Какое красивое ожерелье! Откуда оно? На земле валялось! Вот я и взял. Сразу расхочет дербанить мою делюгу. Ты помажь чем-нибудь, чтобы заражить меня. Да помазал уже. Осталось у меня немного мази от одной чародейки. Ты ее, что ли? Король запретил чародеев трогать. Будем сильными. Не жаль наше предприятие. Хорошо. В нашей тайной лечебнице обращается все больше желающих. Они больше не боятся псов Мерли. Думаю, неизлечимые болезни страшат их больше. В таком случае я рассчитываю на увеличение доходов. И так забираешь у нас 80% заработка. Кроме того, помогаю тебе находить машину, где ты находишь своих. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного? Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город, потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начинать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем, посмотришь, как выглядит моя жизнь.
Удачи тебе, чародей. Белые волосы возвращайся. Результат операции. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходят трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикалий, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить? А потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем, у второго мостика от порта. Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли, ну совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник.
сзади. Это был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Лукмуине чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня да в пульни. Новиград стоит на деньгах, а для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому магов уничтожают. Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования и что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь? В чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Привет тебе! Чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно. Но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу! Трис, ты обговорила с господином Брэндоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брэндон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна в Новиграде. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лести до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. О, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. В знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Ну и ветер.
Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели, выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы выйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Вот, похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившийся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Мне все в порядке. Это хорошо. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына! Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Обманули, как дитя мало. Если бы не ты, надо найти Брандона. Нет, не убивайте, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек! Не уподобляйтесь этим кровопийцам! Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам.
Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пшел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Спасибо тебе за все. До свидания, Трис. До свидания. А если мне будет надо тебя найти? Я сейчас живу в Обрезках. Это на горке за рыбным рынком. Приглашаю. До свидания. Куда?